Всем привет, дорогие наши друзья и зрители нашего канала Step Family. Сегодня у нас троица. Доченька, сыночек и папа. Мы сегодня опять без мамы. Что-то мама у нас, не знаю, решила что ли это, забросить карьеру что ли, видеоблогера. Что-то прям вот у нее какой-то, не знаю, стресс, не стресс, там, короче, у нее апатия к видео появилась. Не хочет сниматься, представляете? Папа, вот не папа, хочет. Ты можешь приступать? Уже я голодный. Да, давайте я вам сейчас... Иди как голодный. Иди, говорит, снимайся, я не хочу, я потом. Что-то, короче, что-то с Настенькой случилось. Что-то с нашей Настенькой... Что с мамой случилось? Кто мне скажет? Что с ней случилось? Почему она отказывается сниматься? Не знаю, может просто, может зрителям может быть нравится, а думаю то, что зрителям больше нравится без нее сниматься. Ты серьезно так думаешь? Ну, она так вроде бы говорила. Да мне, папа, да мне, ладно уже, зачем три, мне только два, три. На, держи. Спасибо, моя. Почему? Я так ты попробуй, это ж вкусно. Ты же даже не пробовал и уже говоришь, что где. И не надо шептаться. Попробуешь и добавки даже попросишь. А такой вкусный ты. Так, Даша, доченька моя. Зелень. Че? Я петрушку не буду есть. Почему? Я не люблю. На, самый голодный. Ой. Так, что? Что-то я даже и не рассказал. Сегодня у нас толченочка. Толченочка у нас с яичницей. А у меня сегодня на обед будет рассольник. Рассольник. Мама приготовила. Кстати, Настя. Мама опять. Я вот уже прям привык Настеньку мамой называть. Рассольничек. У нас еще есть огурчики, лук, бутербродики, бутерброды, есть салата, укроп и петрушка. Так, Павлик, ну-ка давай на зелень налегай, на огурчики давай налегай, на листья салата, на все налегай. Вот ты, я не знаю, вроде как бы уже заметил, насколько я помню, что когда ты начинаешь кушать, все эти листики, салат, огурчики и все остальное. Ты идешь на футбол, и прям у тебя столько мячей залетает в ворот. Давай тебе. Ой, вот оторву. А ты уже сам. Не, а ты отрывай сам уже, сколько тебе надо. Листик один оторви и попробуем. Это точно будет стоп-кадр. Он это выполнит точно. Нет, он знает, что он, у него есть цель. Цели у него. Стоит большая. Стать в своей команде лучшим футболистом. Он не ждет. Не ждет. О, этот не жгучий. Это ж, Паш, тут не волнуйся, тут ничего острого нету. В смысле? Я еще в жизни петрушку не ела, но я хочу лучше попробую. Раз Пашке понравилось. Ты вам скажешь вкусненько. Я боюсь. Это вкусно. Дашка, ты хочешь сказать, что имбирь вкуснее? Да. Если честно, я удивлен. По мне так укроп да петрушечка вкуснее имбиря. Ну ладно. Простите, я думал, что это рассольник. Это борщ. Какой же это борщ? Это не борщ и не рассольник, это суп с фасолью. Ёлки-палки, я даже не знал, что мама приготовила, представляете? Вы что не подсказываете, я это первый раз ем. Я думал, это рассольник. Это суп с фасолью. Вот Паша первый раз, вот сегодня начинается видео. Вкусно. Паша, в первую очередь, вот этот бутерброд. А сейчас даже он не взял ни один бутерброд.
потому что у него зелень в первую очередь в планах стоит. Так, мне листик салата. Даша, подай ему бутербродик. Да. Так, ты даешь вот эти листики, Павел? А ты, Даша, будешь еще? Mm-mm. Не хочешь? Ну, смотри, значит, на шпагат не сядешь никогда на своей гимнастике, так и будешь ходить полушпагатная. Я уже села на левую, и столечко до правого осталось. А до поперечного? Ну, много. Полюбаться, что я в следующий раз на гимнастике, я сяду так, на правый шпагат. Обязательно. Обязательно я сяду. И огурчики давай. Нам надо набираться много-много сил. У нас еще много-много-много. Нам надо много-много голов забить. Так что давай. Слушай, а мама-то давно нам суп с фасолью не готовила. Угу. Я уже и забыл, что такое есть-то. Настя вообще молодец. Обалденно. Фасоль-то вообще полезна. А вы ели его? Что? Суп этот с фасолью ели? Угу. Паша, ты тоже ел? А чем мне никто не сказал, что это с фасолью? Я там уже давай всем рассказывать, что это рассольник. Да. Но я, блин, даю. Любенька, я тебе руками буду кушать. Тут не хватает сырёк. А, ешь руками. А как? Руками тоже невозможно. Ну-ка, давай-ка я попробую. Даша, подай салфеточку, пожалуйста. Ну-ка. А если вот так вот? И вот эту. Мать. Вот эту хочешь? Ну смотри, вилку так же берешь, вот так втыкаешь. Угу. Ой, подожди. Посмотри, как я делаю. Смотри, Паш. Раз. Ну ты-то большая. Мадам. Сюда, в принципе, можно. А, ну это мед. Так, давай салфетку сюда, а то сейчас у вас тут начнется. Ну, не удобно, потому что там мне щекотит. Салфетка. Вот настоящий бутерброд. Нет, не третий. Сюда еще надо огурчик. Огурчик-то можно и руками есть. Укроп, петрушку и все. Я не хочу. Конечно, мы же не хочем. Не хотим. И листья салата. Куда нам тут петрушечку? Куда нам тут укропчик-то бутерброд ложить? Вот, красный крест на это. Ты хочешь вызвать красный крест? Угу. Красная попка. Ой, начинается. Вот смотри, вот он, бутерброд, где самый настоящий. Покажи. Я такой показывала. Ты показывала? Я рассказывала. С огурцом? Ты лук хотела? Нет, я... Тебе половинку отломить? У меня вот. Это же огурец. Я с тобой поделюсь. Спасибо. Паша, ты хочешь лучок попробовать? Ну-ка, давай. Спасибо. Давай попробуем. А ты его укуси. Не надо ломать. Укуси. Откуси сейчас кусочек от него. Да, я не буду. Ну что ты мне сюда кидаешь, как будто это не понять чем. Давай. Кусай. Бутербродик сразу ешь. Бутербродик кусай. Вот. И следом. Ну-ка давай. Ох ты мой молодец. Все. Лучший бомбардир готов сезона. Ты что, все что ли? Ну ты молниеносная. Я бы добавил еще. Добавки-то нету.
А вон бутерброд с зеленью съешь. С огурчиками и с листьями салата. Я не это хочу. Как ты хочешь? Толченочку и яичницу. Паша, ты хочешь с Дашей поделиться обедом? Ну? А суп будешь? Что, не понравился суп с фасолью? Ну, Даша, все, больше нету. Ну все. Хотя бы вот, сыр буду с зеленью есть. Даша, делай бутерброд тогда вот. С зеленью. И с огурчики и листья я салата хотя бы. Хочу. Я себе сделаю рольгинтик. Роллину, короче. Роллину? Да. И с сыром. Тогда два кусочка надо огурца. Нет. Вот, все. Как без зуба, конечно. Паша, это... Ты, вот сейчас ты сейчас вот убрал один гол. Угу. Это тоже надо есть. Паша, ты минус один гол, все. Убрал. Ты три гола забил. Мама говорит, ты сегодня на улице с мальчиками мячик бегал, пинал. Да, тупые мальчиками. Это у Даши в школе. С какими мальчиками? С моей школы. Тупые. Почему? Потому что когда мы играли в футбол, они мне поставили ножку, они мне сказали, пати, я больше не буду ножку поставить. И? Мы заново играли, он опять ножку подставил. Короче, они тебя остановить не могли и подставляли тебе подножку постоянно. Да? Да? Из этого вкусного бутерброда, я попробую, ты попробуй, вот им, узнай рецепт, сыр, вот это вот, сыр, огурчик и если салат заверну, ну что прям он сытный, такой вкусный, глаза. Павлик, ты уже наелся, я смотрю? Нет. Янка, можно мне деньги? Я туда есть. Да, можно. Забирай. Да забирай его всю тарелку. На. Голодуха. Я же голодная, потому что гимнастика. Конечно, наши стенки нас на руку поднимали и тянули ногу целую. Бабушка нам поставила ногу и тянула нам. Целую ногу? Прям целую-целую? Чего? Да не, ничего. Ну-ка съешь огурчик. Надо. Ага. Хочу тебе что рассказать. Когда мы играем в футбол с этим мальчиком, я забил гол. Понятно дело. Не зря же ему подножки поставили. Два раза в них лода, они мне один раз попали. Снайпер. Ну, я смотрю, немного тебе не хватало-то, по существу, чтобы наполнить две свой ложки, резервуарчик-то. Две ложки мне, и все, и половинку еще. Меньше половинки даже. Ну, вот, видишь, главное, что всем хватило. А я вообще прям, мне вот мамин суп, Настин суп фасолевый. Такую огроменную. Так он, я, во-первых, голодный, сейчас обед. И он такой вкусный мне показался. Я бы сейчас еще, наверное, съел. Еще мог, папа, ну, мог был... вот такой. Конец. Вот. Нет, я картошку не хочу. Я хотел что-нибудь жиденькое супчик. Суп вот в эту огромную. Ага, ну, огромную. Еще он только кастрюлю взять, 3-литровую, да? Да. Ладно, ну что, давайте прощаться тогда, раз мы все накушались, все довольные, все счастливые. Ну что, дорогие наши зрители, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите ваши комментарии. Напишите вот Насте, вот Настя почему-то думает, что все ее не любят. Вот ее не любят, и она поэтому не снимается.
Вот напишите вообще в комментариях, вот хотите ли вы видеть Настю вообще в видосиках, а то у нее прям какой-то комплекс начал образовываться, не знаю почему. Да. Ну а мы все-таки с вами прощаемся. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока. 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 Ой.